Witam serdecznie, drodzy Państwo, na dzisiejszym spotkaniu poświęconym sytuacji politycznej na Ukrainie w czasach pandemii. Witam bardzo serdecznie. Za chwilę do nas dołączy również nasz gość. Jest już nasz gość, do nas dołącza. Dzisiejsze nasze spotkanie poprowadzimy w języku rosyjskim ze względu na tematykę i również na wygodę naszego gościa. Teraz możemy przejść na język rosyjski. Здравствуйте, меня зовут Станислав Прилошвили, я вице-президент форума молодых дипломатов. Сегодняшний наш ивент будет связан с политической ситуацией в Украине во время пандемии. Я рад поприветствовать нашего гостя Виталия Портникова, одного из ведущих украинских журналистов и политических комментаторов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про политическую ситуацию в Украине, внешнюю политику страны и также ее место на международной арене. И начнем мы с главной темы, которая сегодня затрагивает все страны мира, это коронавирус. Коронакризис, который коснулся всех стран в мире, был шоком для развитых стран, что уже говорить про развивающие страны, как Украина. Страна уже больше года борется с пандемией и экономическим кризисом, который связан с коронавирусом в стране. Мой первый вопрос будет таков. Успешна ли политика или борьба, которую правительство предпринимает, и удается ли правительству стабилизировать ситуацию в стране? Вы знаете, мне кажется, что любые успехи, которые связаны с борьбой с пандемией, мы видим, что сейчас наступает новая, третья волна уже пандемии. Многие страны вводят дополнительные ограничения, и Польша вводит сейчас дополнительные ограничения, ее соседи по Центральной Европе. В Украине вот таких вот дополнительных ограничений на общенациональном уровне нет. Сейчас вот все больше и больше местных властей прибегает к таким ограничениям. Вот здесь, в Киеве, они уже введены. Достаточно серьезные те ограничения, которых не было уже на протяжении нескольких месяцев, пожалуй, со времени такого общенационального локдауна в декабре-январе 2020-2021 годов. Но я считаю, что говорить о успехах или поражениях в борьбе с пандемией можно по двум критериям. Первый критерий – это кампания вакцинации. Второй критерий – это способность государства помочь гражданам, которые имеют серьезные проблемы с продолжением своей работы, я бы сказал, даже с выживанием, если еще это не страна, как Украина, в связи с ограничениями на экономическую деятельность. Вот по обоим этим пунктам мы наблюдаем провал. Вакцинация в Украине, по сути, еще не началась. Причем процесс закупки вакцин не был прозрачным. И до сих пор не объяснено, почему Украина не была одной из стран, которые вступили в переговоры с ведущими мировыми компаниями о закупке этих вакцин. В конце концов, единственная вакцина, которая сейчас имеется в Украине в недостаточном количестве, это индийский аналог вакцины AstraZeneca. И ожидают сейчас поставки китайской вакцины. Возможно, через какое-то время появится новое, но понятно, что мы упускаем время очень серьезно, и что мы очень серьезно отстаем от всех практически стран по соседству с нами, которые либо имеют собственное производство вакцин, либо закупают вакцины самого различного ряда, либо получают вакцины по международным программам, как, допустим, Республика Молдова. В Украине нет ни того, ни другого, ни третьего. И, кроме того, существует большое недоверие населения к вакцинации. И это, кстати, недоверие еще и основано с тем, что у граждан нет выбора между вакцинами. Если у жителей стран Центральной Европы или Западной Европы есть такой выбор, то у украинских граждан этого выбора просто нет. Так что это самый настоящий провал. Причем мы все время думаем о том, почему этот провал вообще произошел. По большому счету, когда каждая из операций закупки вакцин предпринималась через некую фирму-посредника, совершенно непонятно откуда возникавшая, хотя речь идет о государствах, которые должны вообще об этом заботиться, то это, конечно, вызывает закономерные вопросы к власти, на которые, опять-таки, тоже нет ответа. Ну и второй момент – это компенсации, которые, конечно, недостаточны и незначительны.
И опять-таки, когда государство утверждает, что деньги из коронавирусного фонда там пошли, их нельзя было освоить, они пошли на строительство дорог, на программу «Большое строительство», которая стала одной из частей такой пиар-компании Владимира Зеленского, то возникает вопрос, а может быть, эти деньги, если их не хотели, в конце концов, тратить на закупку вакцин, что тоже странно для меня, то, может быть, их надо было потратить на помощь людям, которые реально пострадали от закрытия собственного бизнеса. И непонятно, что с этим бизнесом будет дальше, потому что мы вступаем в новый период локдауна. И та единовременная помощь, которую людям оказывали там, которая не достигала и 300 долларов, это, конечно, не те деньги, которые могут вообще помочь людям удержаться на плаву. Так что я бы сказал, что у нас к очевидному пандемическому кризису прибавился еще кризис социальный, и это все, что можно сказать на эту тему. Вот вы сказали про такое отношение к прививкам, такое даже недоверие. Социологическая группа «Рейтинг» провела соцопрос, согласно которому 52% респондентов не готовы вакцинироваться от коронавируса. Для сравнения, в Польше такой процент составляет это 29%. Откуда такие цифры? Или это следствие просто плохого управления, или просто люди не доверяют вообще вакцинам? Ну, это очень похожая статистика, кстати говоря, если вы на нее посмотрите. Например, в Великобритании примерно такое же количество людей готово вакцинироваться, например, из сообществ выходцев из Бангладеш или из Пакистана. А еще меньше выходцев из Африки, которые живут в Великобритании, готовы к вакцинированию, в то время как большинство представители других общин, скажем так, они достигают совершенно других цифр, да, там до 75-80%. Так что и украинцев еще не самый худший результат. Я думаю, что это связано с целым рядом провалов. Первый провал – это провал образовательный и цивилизационный. Нельзя его отрицать. И в Украине всегда было очень сильное недоверие к вакцинам. И это просто говорит об определенном уровне развитости общества, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. Потому что вся мифология советского образования, которое существовало, как вы знаете, долгие десятилетия, которое скрывало за этой мифологией, в общем-то, общество, получавшее формальные знания, но не получавшее образование в широком смысле этого слова, она вот сейчас отражается в этом отношении. Знаете, у нас, например, очень ярким примером была история с вакцинированием от гриппа. Недоверие общества к вакцинам от гриппа всегда было очень близко к недоверию общества к вакцинам от коронавируса, если не больше. В этом году была провалена полностью кампания поставок вакцин от гриппа в Украине. Их практически не было, но любой человек, который хотел вакцинироваться, вакцинировался по той простой причине, что для подавляющего большинства украинцев эти вакцины были просто неинтересны, хотя вся мировая медицина говорила, что если там заболевание гриппом совпадет с заболеванием коронавирусом или человек, переболевший коронавирусом, заболеет гриппом, это может иметь нежелательные последствия для здоровья. Это здесь никого фактически не заинтересовало. Вот у меня там было желание вакцинироваться против гриппа. Я нашел эту вакцину и вакцинировался. Хотя ее не было в аптеках, ее получали только частные клиники в небольших количествах, но для желающих они были. При том мизерном количестве вакцин, которые поступили на украинский рынок. Тема вакцин. Это первый момент. А второй момент. А второй момент – это, конечно, то, как повело себя государство. Потому что не были потрачены ресурсы на реальную кампанию поддержки вакцинирования. Понимаете? Когда просто в прямом эфире вакцинируется президент или министр здравоохранения, или главный санитарный врач, который к тому же потом заболевает коронавирусом, это вовсе не та кампания, которая должна была бы быть широкомасштабная. Ну и самое главное, что я еще раз говорю. Я вполне допускаю, что может быть недоверие к одной из вакцин. Но когда там вакцин в распоряжении 2, 3, 4, люди хотя бы понимают, что их здоровье заботятся и что им предлагают разные варианты. Когда этого нету, то это еще и не только недоверие к вакцинам, это еще и недоверие к государству. Это все логично. Вакцина – это была тоже одна из тем, одна из политических тем, потому что разные оппозиционные партии высказывались на тему вакцин. Оппозиционный блок и Виктор Медведчук предлагал закупить вакцину «Спутник» из России, а Петр Порошенко вовсе говорил, что привезли некачественную вакцину, это мы говорим про индийскую вакцину. Как это повлияло на настрой среди людей?
Я думаю, что нужно было осторожнее давать оценки вакцины Covishield, вне всякого сомнения. Не уверен, что тема качества вакцины должна быть темой для политической заявления. Что касается действий Виктора Медведчука и его партии «Оппозиционная платформа за жизнь» относительно вот их предложения закупить российскую вакцину «Спутник Ви», то тут, очевидно, речь шла не столько о вакцинировании, сколько о тех попытках Кремля превратить поставки российской вакцины на мировой рынок в некое политическое оружие, в которых Виктор Медведчук участвует вполне оживленно. Раз мы уже говорим про Виктора Медведчука и про партию «Оппозиционный блок», 2 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против телеканалов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Санкции касались тоже других активов политиков и их жен. Что для Украины значит такие санкции? Ведь это за санкциями на телеканалы следовали санкции, решение РНБО, наложение санкций на активы других политиков и на привлечение к ответственности политиков, которые проголосовали за Харьковские соглашения в 2010 году. Что такие политические движения значат для Украины? Я думаю, во-первых, хотел бы уточнить, что Виктор Медведчук руководит партией «Оппозиционная платформа за жизнь». Партия «Оппозиционный блок» — это просто другая политическая партия. Простите, оговорка. Да. Что касается санкций против телеканала Виктора Медведчука и самого Виктора Медведчука, я как раз считаю, что это вполне разумное решение, которое связано с попытками государства ограничить влияние пророссийских сил и пророссийской пропаганды в Украине. Все остальные решения РНБО, которые стали происходить в дальнейшем, выглядят такой мемуаристикой, которая, скорее всего, склонна затушевать отсутствие власти каких-либо реальных инициатив. Потому что Виктор Медведчук – это реальная угроза сегодня. Когда вводятся санкции против, допустим, бывших украинских руководителей или проводится расследование против депутатов, которые проголосовали за Харьковские соглашения, вообще само по себе бесперспективное, то такое ощущение, что общество хотят увести от решения реальных задач. Что нам предлагают в 2021 году, который переполнил целым рядом проблем. Решать задачи 2010 или 2014 года. Потому что мы понимаем, что санкции РНБО против граждан, которые давно уже стали гражданами России, и прекрасно себя чувствуют в стране своего проживания, и никогда этой страной не будет выданы Украине, по крайней мере, в обозримом будущем, ничего не меняет в их жизни. А вот расследование против депутатов, которые проголосовали против Харьковского соглашения, и которые находятся здесь, в Украине, тоже ничего не влияет, не меняет их жизни, потому что право депутатов на свободное голосование гарантировано Конституцией, даже если нам ретроспективно не нравятся те решения, за которые они голосовали. Но надо еще раз напомнить, что тогда эти депутаты пользовались поддержкой большинства украинского общества, и то, что нужно находить с Россией компромиссы в обмен на дешевый газ, это тогда было мейнстримом в политическом восприятии и в общественном восприятии проблем. Так что то, что у меня есть такое ощущение, что готовилось какое-то реальное решение, связанное с Медведчуком, с его телеканалом, и оно было принято, оно было позитивно воспринято обществом. И затем Владимир Зеленский, поскольку он не столько работает президентом, сколько продолжает снимать какой-то бесконечный сериал, решил, что это будет такое еженедельное шоу. А поскольку сюжетов из этого шоу в реальной жизни нет, то он ищет эти сюжеты или ему предлагает искать сюжеты в недавней украинской истории. Без всяких практических последствий. И это, конечно, уже очень скоро пройдет еще неделя. И это просто девальвирует все эти решения с СНБО, понимаете? Потому что люди уже перестанут ими интересоваться. Как такое решение повлияло на ту часть электората Владимира Зеленского, которые все-таки, можно сказать так, были более пророссийские, чем проукраинские, которым все-таки близка риторика телеканалов? Мне кажется, что Владимир Зеленский просто потерял этот электорат. У меня такое ощущение.
И единственное, что произошло, что на момент принятия этих санкций. Вот. Единственное, что могло... Единственное, что он мог получить некую поддержку патриотической части электората. Но пророссийский электорат был утрачен еще до этого. А вследствие каких решений со стороны офиса президента такой электорат президент потерял? Ну, видите ли, Станислав, посмотрите, за Зеленского в 2019 году голосовали разнонаправленные группы населения, которые голосовали не столько за Зеленского, сколько за собственный миф о Зеленском. В принципе, этот электорат можно разложить на три части. Одна часть – это откровенно пророссийский электорат, это избиратели, которые в первом туре выборов голосовали за кандидатов от пророссийских сил Юрия Бойко и Александра Вилкула. Другая часть – это патриотическая часть электората, скажем так, которые в первом туре голосовали, возможно, отчасти за Юлию Тимошенко и за других кандидатов национал-демократического спектра, которые смыслом своей предвыборной кампании сделали не столько критику пророссийских и популистских сил, сколько критику Петра Порошенко. И третья часть – это электорат, собственно, ядерный Владимира Зеленского. Я называю это электорат «какая разница». То есть это, в принципе, люди, которым совершенно все равно, в какой стране жить, лишь бы в этой стране их хорошо кормили, и в ней не было проблем. И Владимир Зеленский является, по сути, своей личностью олицетворением этого электората. Но что происходит после выборов? После выборов, в любом случае, любой политик становится человеком, который способен занимать лишь какую-то одну позицию. Пророссийский электорат, вне всякого сомнения, ожидал от Владимира Зеленского безоговорочной капитуляции перед Владимиром Путиным. Он ожидал реванша. Он в Владимире Зеленском видел некоего нового Януковича. Но Зеленский не был новым Януковичем. Вот. И в этом смысле, конечно, мы должны сказать, что Владимир Зеленский так или иначе после саммита в Париже, когда он отказался капитулировать перед Путиным, уже был чужим для этого электората. И после этого началась жесткая критика Зеленского во всех отношениях пророссийскими телеканалами, каналами Медведчука. Так что на момент закрытия этих телеканалов, эти телеканалы уже свою работу провели. Патриотическую часть электората тоже Зеленский отчасти утратил, в меньшей степени, но утратил, потому что, вероятно, эта часть электората ожидала, что он будет более активным, чем предшественник, в борьбе за отстаивание украинского суверенитета. Вот он не будет наживаться на войне, а значит, будет более активные действия по освобождению страны. Он предпримет более энергичные шаги, чтобы Россия ушла там с Донбасса. Я не знаю, что эти люди себе придумали. Но этого же не произошло. И они от Зеленского тоже ушли. Я еще раз повторю, какая-то их часть, скорее всего, могла вернуться вот сейчас после санкций против Медведчука. Ну и с Зеленским остались люди, которые по-прежнему надеются, что с ними будет лучше жить. Или они вообще не видят никаких альтернатив. Но этим людям жить все хуже и хуже. Их социальная ситуация плачевна. Многие из них оказываются, кто в могилах, унесенные коронавирусом, кто без работы. И их проблемы, их социальные страдания, впрочем, только начинаются. Как, впрочем, и социальные страдания в двух других группах электората, которые имели неосторожность отдать свои голоса за бывшего телевизионного комика. И совершенно очевидно для меня, по крайней мере, что рейтинг Владимира Зеленского будет стремиться вниз, потому что социальную ситуацию в стране не выправить за ближайшее время. А пандемия будет только бить по этой социальной ситуации. И кроме того, мы можем говорить о серьезном институциональном разрушении страны Владимиром Зеленским и его ближайшим окружением, иногда по неопытности, иногда потому, что они просто не понимают смысла институции. И я надеюсь, что придет день, когда рейтинг президента Украины будет стремиться к нулю, и тогда можно будет поставить вопрос о необходимости спасения государства, проведения внеочередных парламентских выборов, президентских и парламентских выборов, в которых, я надеюсь, не будет участвовать ни сам Зеленский, ни партия «Слуга народа». Потому что я думаю, что участие Зеленского партии в следующих президентских и парламентских выборах будет просто позором для украинского государства. Если у этих людей останется в ближайшие годы поддержка общества, это будет значить, что общество глубоко больно и государственному строительству не способно. Кто имеет шансы на то, чтобы перенять власть после Владимира Зеленского? Есть ли какой-то лидер в оппозиции? Я думаю, что
если Владимир Зеленский будет и дальше терять популярность, по крайней мере, там такая тенденция может быть, то во втором туре выборов президента страны встретится лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент страны Петр Порошенко и представитель партии «Объединенная платформа за жизнь» Юрий Бойко. И вот тогда украинскому избирателю нужно будет четко решить, хочет ли он в цивилизованный мир или хочет он к России. Это и будет тот окончательный выбор, который определит даже не вектор развития украинского государства, а не появится ли на месте современной Украины два государства. Потому что это будет вполне возможный итог таких президентских выборов, если, разумеется, на них победит пророссийский кандидат. Но я вполне допускаю, что может быть и появление некой неожиданной фигуры, хотя я не понимаю, откуда она возьмется на данный момент, но в украинской политике так бывает. И тогда эта неожиданная фигура, по крайней мере, может аккумулировать голоса безразличного государственному строительству электората. Так тоже может быть. Санкции коснулись жены Медведчука, Оксаны Марченко, которая заявила, что она начинает заниматься политикой и, возможно, возьмет участие в президентской гонке 2024 года. Как вы оцениваете ее шансы? Может она быть... Это вообще не имеет никакого... Это вообще не имеет никакого значения. От пророссийских сил может быть только один кандидат, который может на что-то рассчитывать. Если госпожа Марченко будет участвовать в президентских выборах, ну, значит, она просто оттянет в первом туре какие-то голоса у господина Бойко. А может ли участвовать... может ли Оксана Марченко стать тем единым кандидатом? Нет, конечно, не может. У господина Медведчука серьезные проблемы с собственными союзниками. Партия «Оппозиционная платформа за жизнь». И я не думаю, что господин Бойко и господин Левочкин будут хотеть видеть госпожу Марченко в президентской гонке. Но если она будет участвовать, то в добрый час, как говорится. Ведь вы заметите, что если бы господин Бойко участвовал в президентских выборах 2019 года один, если бы там не было кандидатуры господина Вилкула, если бы ресурсы господина Ахметова не были направлены на поддержку господина Вилкула, кто знает, кто был бы во втором туре выборов. Шансы господина Бойко, по крайней мере, были бы гораздо больше. Так что если госпожа Марченко хочет поучаствовать в этом самоубийстве пророссийских сил, то ей только можно пожелать удачи. Пусть себе участвует, пусть Медведчук тратит деньги, пусть они вместе закапывают карьеру Юрия Бойко, если им нравится. Это только их проблема. Это не наша проблема. Последние месяцы, даже, может, дольше, мы наблюдаем такой процесс, что... Владимиру Зеленскому начинает не хватать голосов для принятия важных решений. Можно вспомнить, например, голосование за назначение Юрия Витренко в правительство. Существует ли еще монобольшинство в украинском парламенте? Я считаю, что уже не существует. И уже давно. И, собственно, это было предсказано еще бывшим главой Офиса президента Зеленского господином Богданом в 2019 году, кажется. Он говорил, что это монобольшинство просуществует несколько месяцев, пока эти новые люди, которые пришли в парламент, не опомнятся. Или, если сказать попроще, не будут расхватаны различными олигархическими кланами. Ведь поймите, человек, который приходит в парламент, он был никем. Он воспользовался с Владимиром Зеленским как лифтом, понимаете, на его пиджаке проехался. Это куда-то наверх, как, знаете, как какой-нибудь, не знаю, просто пассажир этого лифта, да? Он совершенно не понимает, как вообще устроена жизнь, как работает парламент. У него нет политических взглядов, нет никаких ориентиров. Ну, у большей части этих людей, понятно, что там есть и другие люди. Но большинство этих людей вот так выглядят. Мы же их не видим, не знаем. Там 5 человек из них ходят на эфиры, потому что телевизионные, потому что их посылает штаб. Но основная масса депутатов от партии «Слуга народа» никому не известна. Мне кажется, даже самим себе. Мне кажется, даже сами эти люди не знают, что они депутаты. И вот они приходят в этот парламент. Тут оказывается, что можно зарабатывать огромные деньги на лоббирование. Огромные. Не говоря уже о том, что изначально многие из них были представителями различных олигархических групп, кланов, кланчиков и так далее и тому подобное. А многие были никем. Ну и проходит время, они просто пристраиваются, тем более, что многие из них понимают, что это их единственное созыв, что больше партия «Слуга народа» никогда не будет иметь такого количества голосов. Это значит, что они все свои, это простые люди, извините меня за терминологию. У них никогда не было существенных доходов. Им нужно за этот созыв решить свои материальные проблемы, чтобы потом все в течение своей последующей жизни, а они молодые люди многие, ну в течение там последующих 50 лет больше не работать.
Ну, я не знаю, у каждого свой потолок таких представлений. Кому-то нужен $1 миллион, кому-то 10. Кто-то считает, что можно потом спокойно жить на Гавайях за $20 миллионов. Вот они эти проблемы в основном и решают. Это логично. А какие еще они проблемы должны решать? И еще раз говорю, мы напоминаем, мы должны помнить, что мы имеем дело с массой людей, которые не имеют никакого представления о политике и никаких ориентиров. Просто которые, многие из которых либо были делегированы кланами олигархическими, либо просто заполнили анкеты в интернете. Понятно, что такое монобольшинство рассыпается, потому что люди решают свои жизненные проблемы. Первую их проблему, Зеленский за них решил, стать депутатами. Теперь вторая проблема, заработать деньги на жизнь. Это то, что вообще простой украинец и понимает в депутатской деятельности. Почему здесь депутаты пользуются таким почетом, и место депутата Верховной Рады вызывает прямо, я бы сказал, вздох глубокий любого простого человека, так называемого. Да потому что депутат – это гарантированные деньги на жизнь, чтобы больше ничего не надо было делать. Понимаете? А ведь в таких не очень развитых странах люди и так ничего особо не умеют, не могут делать и не умеют делать всю свою жизнь, только денег за это не получают. А тут можно еще деньги за это получить. Ну вот вам и все монобольшинство. Понятно, что оно будет крошиться таким образом и далее. И понятно, что рано или поздно страна встанет перед необходимостью проведения внеочередных парламентских выборов. Ну что тут поделаешь? Появилась такая информация, что офис президента ведутся разговоры о создании коалиции «Слуги народа» с «Батьковщиной». Насколько это реально, по вашему мнению? Я, честно говоря, не очень понимаю, к чему эти все разговоры идут, потому что если у партии «Слуга народа» нет большинства голосов для принятия решений, то оно с «Батьковщиной» не появится, понимаете? У «Батьковщины» это не равновеликие фракции. Если у партии «Слуга народа» не хватает им 50 голосов, то что может ей дать коалиция с «Батьковщиной»? Поэтому я прошу прощения, но я не очень верю в реалистичность этих разговоров. Президент Зеленский все еще популист? Нельзя быть все еще популистом. Если ты популист, то ты останешься популистом до конца. Потому что ты просто, что такое популист? Это человек, который не очень понимает, что он может сделать в реальной политике и подменяет реальную политику лозунгами, которые должны быть привлекательны для его потенциального избирателя. И в конце концов этот популист исчерпывает себя, потому что этот избиратель не дожидает популизма, получается, лозунги в жизни. Вот катастрофа. Но президент Зеленский в основном занимается имитационной деятельностью. Он даже не воплощает в жизнь популистские лозунги. Он рассматривает свою жизнь, мне кажется, как такой сценарий телевизионного кабаре. Но в этом кабаре он себя хорошо чувствует. И как в студии 95-й квартал, и в офисе президента. Проблема только в том, что президентская деятельность, государственная деятельность кабаре не имеет никакого отношения. Даже в такой стране, как Украина. Предлагаю, чтобы мы перешли к международной политике. Украина надеется на то, что в связи с выбором нового президента в Соединенных Штатах поменяется политика Белого дома и будет направлена увеличенная помощь Украине для защиты своего суверенитета. Мой вопрос следующий. Я хотел бы вас спросить о том, Какая судьба Украины, если мы говорим про разрешение конфликта на Восточной Украине? Ждать ли какого-то мирного процесса? Ну, во-первых, я хочу вам сразу сказать. В течение 20-25 лет мирный процесс может начаться. Вне всякого сомнения. Я хотел бы вам напомнить, что все конфликты на постсоветском пространстве длятся последние 3 десятилетия. Я не понимаю, почему конфликт на Донбассе и ситуация с аннексией Крыма должны быть исключением. Я все время говорю своим соотечественникам, что ближайшие десятилетия пройдут в войне, кризисе, испытаниях, возможно, новых территориальных потерь. Пока существует путинский режим, и в случае, если этот режим продолжит идеологическое продолжение с преемником Владимира Путина, Россия будет исходить из одной простой парадигмы, которую просто в Украине не понимают, не хотят понимать. Что Украина и Беларусь – это утраченные русские территории, которые оккупированы там, Соединенными Штатами. И эти территории должны быть возвращены в лоно российского государства. А украинцы и белорусы – это просто заблудившиеся русские. И Россия будет делать все возможное, чтобы вернуть эти территории в состав России, не какого-то там союзного государства, о котором могут мечтать разные там сторонники Москвы в Украине. Не в виде какой-то новой украинской ССР вместе с Россией. Нет, это просто Россия. И за эту Россию русские будут воевать.
столько, сколько у них хватит сил. И это конфликт ближайших 10 лет. Украинский вопрос не решен. Вопрос существования украинского государства на политической карте мира будет решен только после того, как сама Россия согласится с тем, что Украина имеет право на самостоятельное цивилизационное существование. И даже если она не признает украинскую цивилизацию как таковую, она готова смириться с тем, что эта цивилизация имеет право на самостоятельный выбор. Вот только после этого. Пока этого признания нет, Украина каждый день находится под угрозой ликвидации. Как и Беларусь. Эти две страны для России просто мятежные провинции. Что мы можем сделать? Я всегда говорил. Мы можем только усиливать свою обороноспособность и создавать ситуацию, при которой нападение агрессора приведет для него к слишком ощутимым жертвам. Никакой другой политики быть не может. Все остальное – это имитация деятельности разного характера, которая иногда полезна, иногда не полезна. Вот, допустим, там, Минские соглашения полезны, потому что они позволяют сохранять санкционное давление на Россию. Это не значит, что эти соглашения могут быть выполнены вообще сторонами, не только нами, но и россиянами, потому что Россия не собирается уходить с Донбасса и не уйдет с него никогда до изменения своего политического и идеологического устройства. А есть имитационные действия, которые не полезны. Например, там, попытки создать впечатление, что можно каким-то образом, даже с помощью Запада, быстро решить этот конфликт. Или попытки создать какой-то диалог, как вы помните, который предлагался, когда представители Украины и оккупированных территорий будут общаться между собой при посредничестве Франции, Германии и России. Это была схема, навязанная господином Козаком, господину Ермаку, к счастью, не состоявшаяся. Или сегодняшняя имитация российская, когда Россия предлагает, чтобы члены нормандского формата по очереди председательствовали в его группах, что превращает Россию и стороны конфликтов в посредника. Много таких вещей. Что касается американской поддержки, я считаю, что американская поддержка является важной для существования Украины. С точки зрения поддержки военной, политической, поддержки в укреплении обороноспособности страны и поддержки в укреплении ее экономической состоятельности. Но для того, чтобы эта поддержка была полноценной, необходимо, чтобы президент Зеленский и его администрация поняли, что Соединенные Штаты не будут поддерживать олигархизованную, коррумпированную, отказавшуюся от реформ Украину, которую президент Зеленский вместе с представителями своего ближайшего окружения и при поддержке большой части общества строит с момента победы на президентских выборах 2019 года. И Соединенным Штатам совершенно не нужно поддерживает такую Украину. И понятно, что такая Украина, с точки зрения государственного устройства, я имею в виду, с точки зрения нынешней власти, может быть демонтирована в любой момент в согласии Вашингтона и Москвы, так как была демонтирована Молдова олигарха Плохотнюка. Никому в этом мире не нужна Украина олигарха Коломойского, прикрывающегося фигурой шоумена Зеленского. Эта Украина не нужна Вашингтону, не нужна Европейскому Союзу, не нужна Москве. Поэтому мысль о необходимости создания более эффективного украинского государства, во главе которого не будет стоять телевизионный комик, и которым не будут руководить олигархические группировки, может появиться как в головах американских, так и в головах российских политиков. И это опасность для нас, как вы понимаете. Понимает ли украинский народ все угрозы, которые кроют за собой выбор таких политиков? И понимает, украинский народ живет в... Украинский народ, к сожалению, живет в воображаемом мире зачастую. И в этом воображаемом мире нет места реализму. Потому что только народ, живущий в воображаемом мире, может голосовать за телевизионного комика на выборах президента и потом продолжать защищать свой выбор с упорством, заслуживающим лучшего применения. Более того, я вам скажу, в воображаемом мире живут и украинские политики. Основные претенденты на пост президента страны в 2019 году и господин Порошенко, и госпожа Тимошенко боролись между собой, вместо того, чтобы бороться с воинствующим популизмом, за которым стояли олигархи. Потому что важной целью было попадание во второй тур с господином Зеленским. Потому что и господин Порошенко, и госпожа Тимошенко, вероятно, рассчитывали на то, что они во втором туре обязательно выиграют как политики, как профессионалы у телевизионного артиста. То есть они не осознавали уровня деградации собственного избирателя. А это уже серьезная ошибка. Не понимать уровень идиотизма общества, с которым ты имеешь дело, это означает не иметь в этом обществе ощутимых перспектив. Давайте перейдем, предлагаю, чтобы мы перешли к отношениям между Польшей и Украиной. В июле прошлого года было создано неформальное объединение Украины, Польши и Литвы, Люблинский треугольник. Это один из примеров
такого объединения на международной арене наших стран. Как сейчас выглядят отношения между двумя странами? Как вы знаете, я всегда был активным сторонником того, чтобы Украина и Польша были союзниками в регионе. Более того, я всегда объяснял, что этот союз выгоден как Украине, так и Польше в равной мере. Польше он выгоден потому, что без вступления Украины в Европейский Союз, без присоединения Украины к НАТО, когда бы это ни произошло, Польша будет вечной периферией Европейского Союза. Ну, это вот так и есть, потому что она находится на периферии, она находится на границе Европейского Союза, а дальше начинается другая жизнь, другая зона. Если Украина станет членом Европейского Союза, тем более, если когда-нибудь к Европейскому Союзу присоединится Белоруссия, Польша из периферии попадет в центр. Она станет центром Восточной Европы, если хотите. Главной страной, лидером региона, потому что она будет его экономическим локомотивом. Она будет одной из самых больших стран наряду с Украиной, но со страной с гораздо более высоким уровнем развития. А все остальные страны региона будут иметь меньше экономический, политический и демографический потенциал, чем Польша. То есть Польша будет такой новой Францией, если хотите. Но это возможно только в союзе с Украиной. Без союза с Украиной Польша обречена на периферийное политическое существование. И на надежду о том, что на Польшу будет обращать больше внимания Соединенные Штаты, что при одном президенте может происходить, а при другом, как видим, нет. А Польше нужна своя ведущая роль в Европе. Вы скажете, ну как же тогда у периферии континента станет Украина? Но у Украины нет другого географического выхода. Больше я вам скажу. Когда Украина станет членом Европейского Союза и НАТО, я думаю, что нашим главным геополитическим интересом станет перемены в России. Потому что только после перемен в России мы тоже можем оказаться от периферии перейти к центральному положению. Но это будет еще следующий путь, это будет следующий шаг, это будет следующая перспектива развития цивилизации. А пока мы имеем то, что имеем. Поэтому Украина, очевидно, заинтересована в политической поддержке Польши, и в экономической, и в поддержке Польши как страны, где работает огромное количество людей, которые пока что, к сожалению, не могут найти себе работу в собственности. А Польша должна быть заинтересована в поддержке от Украины, потому что от будущего Украины зависит политическое будущее, цивилизационное будущее Польши. Где Польша будет, так сказать, на окраине Европейского Союза или в центре Европейского Союза. Это география, даже не политика. И я поэтому считаю, что несмотря на постоянные попытки использовать, опять-таки, мемориальные политические темы для внутриполитического успеха, что мы наблюдаем у польских политиков, к сожалению, из лагеря, находящегося сегодня у власти, я бы сказал, интересы польского будущего явно связаны с будущим развитием украинского государства. Если это просто сформулировать, я это всегда говорил, я не думаю, что я высказываю какую-то новую мысль, я говорил об этом на встречах Украинско-Польского форума партнерства, сопредседателем которого с украинской стороны я был через нескольких лет. И я не всегда находил понимание своих польских коллег. Мне, честно говоря, и не нужно это понимать. По той простой причине, что я говорю не о том, что будет, а не о том, что есть в настоящем. И если мы думаем о Польше будущего и думаем об Украине будущего, мы должны думать не о сиюминутных политических успехах, не о рейтингах, не о местах в парламенте, а о том, как это будет выглядеть на деле. В ближайшие десятилетия. Ну и кроме того, еще один важный момент. Я думаю, мы понимаем, это сейчас несколько замедлилось в связи с пандемией, но это так или иначе будет, что мы вообще создаем некое общее пространство украинско-польское. Такое количество связей, какое сейчас существует между нашими странами, последний раз было до Переяславской Рады. И это тоже надо понимать. И между народами. Постоянные поездки, обмены, бизнес-инициативы, сотни тысяч людей, которые работают в Польше, граждан Украины и так далее и тому подобное. Это такая интеграция, которая вообще меняет само польское государство. И украинское государство, конечно же, меняет, потому что делает связь с Польшей куда более серьезной и глубокой. Об этом тоже надо не забывать. Да,
Да, конечно, это тоже влияет на отношения между людьми и отношения к украинским мигрантам, которые живут в Польше. Вы сказали ранее, что следующие 20-30 лет это будут постоянные проблемы политические, экономические, социальные в Украине. Украина 2050 года, как будет выглядеть? Это будет уже страна-член Европейского Союза и НАТО, или все же это будет страна, которая дальше будет кризисом одним большим? Смотрите. В 2014 году в украинские школы пошли дети, родившиеся в 2007 году, и эти дети начали учиться и начали расти в условиях, когда Россия больше не была украинской цивилизационной доминантой, а была, напротив, страной-агрессором. Посчитайте, когда этим детям будет 25 лет примерно. Это где-то 2032 год. К 2050 году, как вы говорите, люди, которые родились после 2007 года, будут уже составлять большинство в обществе. А людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу, людей, которые вообще имеют советский опыт, их почти не будет. Мне будет 83 года. Это столько, сколько моему отцу вот через год исполнится. Понимаете? И таким образом, вот люди этого поколения, они уже перестанут играть активную роль в политической жизни. Поэтому это будет вообще совсем другая Украина, Украина, в которой вообще не будет физиологически советских людей. И даже их детей уже почти не будет в активной роли. И то же самое, кстати, как вы понимаете, произойдет с Россией. Потому что в России тоже уже не будет людей с советским опытом. А люди, которые сейчас вырастают в России, там при путинском режиме, они могут быть политически аморфны, но они все равно не росли в той системе, которая создала самого Путина и его сторонников. В этом смысле время на нашей стороне и на стороне людей, которые моложе нас. Поэтому я уверяю вас, что Украина 2050 года будет обычной, скучной, европейской провинциальной страной. Может быть, не очень провинциальной. Хотелось бы на это надеяться. Но все украинские проблемы будут уже позади, она будет такой же страной, как Румыния, как Польша, вот такого же типа. И все, о чем мы с вами сейчас разговариваем, будет просто страницами из учебника истории. Единственное, что я в этом тоже нужно понимать. Мы не знаем, в каких границах будет эта новая Украина. Удастся ли украинцам сдать тест на сохранение украинской государственности в границах бывшей Украинской ССР, в которых Украина, собственно, провозгласила независимость 24 августа 1991 года. Вот этот тест мы сейчас проходим. Но вне зависимости от этого украинское государство ожидает классическое европейское и евроатлантическое будущее. Уверяю вас. Просто по тем простым законам, о которых я вам сейчас сказал. Это не законы политики, это не указы президента, это не парламентский выбор. Это законы демографии, законы цивилизации, которые невозможно отменить никакими, их невозможно отменить ни выборами, ни указами, ни даже танками, как это неудивительно. Я думаю, что на этом мы можем закончить наш сегодняшний разговор. Хотим вам поблагодарить за то, что вы приняли приглашение на наш разговор. Спасибо вам большое и надеюсь, что мы еще будем иметь возможность сотрудничать. Благодарю, хорошего вечера. Спасибо вам тоже. До свидания.